меньше месяца назад приобрел измельчитель Китфорд, выложил на YouTube ролик и выложил на Яндекс.Маркете отзыв по этому. И вот получил две посылочки, подарки от Китфорд. Сейчас посмотрим, что это за подарочки. С меня складки гладкие. Так. Это отпариватель такой, Китфорд. Ой. Щеточка, наконечничек. И вот сам отпариватель. Ну, изящно, изящно. Если учесть, что это подарок, приз, приз. Ну, это вообще замечательно. Сюда еще щеточка мерная. Так. Вот так вот снимается. Все правильно я сделал. Сюда заливается водичка. Давайте мы его сейчас с вами опробуем. Ручной отпариватель Китфорд, модель КТ-961-4. 650 ватт, емкость 0,8 литра. Но здесь вот стаканчик 100 миллилитров. Это наконечничек. Он надевается за щелку. Вот сюда, да. Вот здесь выступ. Вот так. И вот сюда. Вот. Все. А чтобы снять, вот на эту кнопочку нажал. Вот, значит, этот выступ должен попадать вот сюда вырез. Все, щеточку одели. Сейчас зальем водичку. Ну, я думаю, зальем кипяченую хорошую воду, фильтрованную. Вот, мы залили кристальную водичку из фильтра Аквафор. Теперь, чтобы совпали вот эти выступы, иначе вы быстро его сломаете. Вот. Вот он должен смотреть вот в эту сторону. Вот тогда попадает. И туго вращается. Так. Ну, провод, конечно, для 650 ватт уж очень толстый провод. Уж на 650 ватт провод можно было бы и потоньше. Но я думаю, что, наверное, 0,75 квадрата изоляция просто. Но лучше перебдеть. Не, ну он какой изящный, какой он красавчик. Нету кнопочки, просто вот светодиодик горит. Значит, он включен в сеть и начал потихоньку греться. Сейчас нагреется. И тут написано горячий пар. То есть вот так руки не подставляют. Штору. Вот она вся мятая, видно? Да, да, маленький, а удаленький. Главное не торопиться. Все. Отлично. А свитера как хорошо будет. Это вообще отлично. И он термоизолирован. Вот я его легко держу, в нем кипит. Он весь термоизолирован. То есть это небезопасно. Главное сюда, конечно, не подставлять. Отличная вещь. Каждый день им не пользуетесь, то обязательно слить воду. Поворачиваете и сливаете остаток воды. О. Вот вы слили воду. Если вы не хотите, чтобы потом отсюда был запах, как, кстати, вот из посудомоечных машин или из стиральных машин, их нельзя держать закрытыми, пока влага там не испарится, к примеру. Приоткрыты должны быть. Вот так и здесь тоже. Пока все не испарится полностью,
Он горячий внутри, испарится довольно-таки быстро. Пока не испарится, пускай стоит открытый. Ну, это минут 15 после использования. А потом закроете. Все, потому что через эти отверстия испаряться будет очень плохо. Вот, через 15 минут мы его закроем. В комплекте идет. Идет опять возможность заработать гарантированный приз отпариватель, если сделать обзор. Весы. Но если на ТикТоке выложить или в Инстаграме, то можно еще более крутые. Ну и, конечно, паспорт. И магнитик, их фирменный магнитик. Это у меня четвертый магнитик.